идеальное сочетание. Я и Владимир. Всем привет, вы на канале Пиратская жизнь. Ребяточки, у нас сегодня идеальное сочетание. У нас сегодня индейка жареная с макаронами. Вот, смотрите, вот тарелка вроде целая, да? Абсолютно целая. Но здесь 110 грамм макарон и 115 грамм индейки. Вот так вот. Оп-оп-оп. Я взвесила. Да-да-да. Также у нас еще сегодня салатик на ужин, кунчоска, вот эта вот аджичка вкусненькая. Уже новая банка пошла. Да. Последний. Последний. Нет, там, по-моему, еще есть. Я не помню. Надо посмотреть. Надо, короче, закупиться аджикой. И всем приятного аппетита и хорошего настроения. Все, голодные, что-то нагулялись, знаете, я прям что-то нагулялась, прям кушать хочется. Хотя вроде не так давно ели, но у меня прям аппетит. Приходится себя ограничить, приходится прям по весу все класть. Хотя в случае чувство у меня, ох, порвет меня. Как тузи грелку. Не горько. А тут с аджичкой тоже. Она остренькая. Вот так вот немножко. В какой-то мере. Угу. Она, кстати, знаете, она вот если выбирать какой-нибудь вот кетчуп, там майонез и так далее, она такая нормальная, то есть вот Иван, например, ел с майонезом, но в майонезе очень много калорий на самом деле. Вот, а если брать вот такую таджичку, калорий мало, при этом вкусно очень. Вот так вот. Вкуснятина. Нагуляли аппетит. Прям, знаете, вот идешь, мерзнешь, вот хочешь что-то такое пожарить. У меня салатик с авокадо. Это взяла. Что-то дорогой такой. 300 рублей два авокадо вытянула. Идешь, мерзнешь. Угу. Организму нужна энергия для того, чтобы его согреть. Ну, что, ты хочешь сказать, что я сейчас больше энергии трачу, чем летом? Угу. Да. На обогрев. Ну, может быть. Просто еще идешь. Я сейчас пришла, даже так устала. Маленько. Просто идти в этом скафандре, в этой куртке, в этой штуке, еще на ноге, еще обувь вот этого тяжелого, это прям вообще идешь, прям как будто двойная нагрузка идет. То, что летом. Блин, теперь, короче, в ожидании лета и весны. Ну, как шла девушка. В юбке, в шубе. Угу. И весла, наверное, как но в сандалиях летних. Это, блин, на некоторых вообще смотришь, думаешь, без носков. Ну что творите? Будь добры. Я вот сегодня на Вавана пыталась одеть этот капюшон. Он идет, жаркий. Угу. Потом вот будет соплями. Чего? Даже капюшон не одел. Не знаю, я оделась, закупорилась. Ноги, шея, мне в тепле, пуфику. Голова. Голова есть только... Дурачком остаться не боишься? Влажность большая. Тогда да. Я просто переживаю. Дурачком останешься. С какого? С такого. Минин, где ты, что никто не отменял? Только если голова мокрая. А у тебя постоянно. Идешь потишь, как лошадь. Ты вот сейчас пришел, у тебя мокрый макарон? Нет. То есть тебе достаточно было комфортно по температуре, да? Да. А я пришла немножко такая вспотевшая, да. Ну, я, правда, тут, конечно, оделась, как это, на Северный Поль. И, вы знаете, совершенно не стыдно. Вот ты идешь, тебе тепло, тебе хорошо, у тебя горло закрыто, грудь закрыта, там попа, все прикрыто, перчатки там и прочее. И вообще пофиг, кто что думает. Знаете, причем идешь в удобной обуви, не на каблуках, не на Е, не упадешь. И красота. Сильно. Что-то макарон захотелось. Что-то пришла, так есть хочется. Ну сколько, мы часа два гуляли. Практически пешком все. Вот.
Я не знаю, чем мыша любит, гемер. Когда гуляют дневные рыбарчики. Не знаю. Дурочки. Жаркие. Мне кажется, все-таки нужно по погоде одеваться. Не выпендриваться. А некоторые, знаешь, как делают? Выпендриваются. Как? Они одевают майку, теплую кофту, и поверх этой кофты одевают рубашку. И так ходит. Типа внешне-то я, смотрите, я как будто в майке, да? Да в рубашке там. Но на самом деле у меня там подшерсток такой приличный. Да-да-да. Я иначе быстро качусь. Сейчас ловкий говорю. Когда утепляешься, главное понимать, то есть, что утеплять, чтобы не замерзнуть. Где вкусно. То есть, откуда идет этот ток крови? Сейчас говорю, ловкий, вот, знаете, вот такое состояние, меньше хочется двигаться, точнее, выходить из дома, да? Но при этом хочется вот сидеть, обкрутившись там каким-то пледом, укрывшись какой-нибудь вкусняшкой, там может быть, знаете, чаек, печеньки, какие-нибудь вкусняшки, и сидеть смотреть киношки. Все. Вот такое состояние. Но, блин, в таком состоянии ты быстро очень так наберешь лишних килограмм. Говорит, ну это нормально, типа зимой там типа все жирок набирают для того, чтобы не замерзнуть. Я говорю, окей. Когда я снова наберу до 100 килограммов, я тебе скажу, Вова, это просто всего лишь жирок в зиму. Пожалуйста. Поэтому, блин, хочешь не хочешь, двигаешься. В противном случае. Если уж не могу бросить жать, хотя подвигаться надо. Ты же вкусно, кстати. Как будто, знаешь, говядина. Только вот, ну, видишь, как говядина. Ну, мягкая такая. Вот если бы можно было говядину так же приготовить, мягко, было бы здорово. Пробуй ее отбей и приготовь, пожарь. Так же. Мне кажется, так не будет. Будет. Ее прям нужно так отбить. У нас там, в принципе, есть вырезка-то? Ты считай, когда бьешь, отбиваешь молотком, ты это... Волокна разбиваешь. Да. Логично. Даже вот это мясо, которое, когда ты просто берешь в пакете, да? Свинину. Брусничную. И когда ты берешь, например, спаровскую, они уже отбитые. То есть они, по сути, берут тоже мясо, только еще отбивают. И продают. Это все. Макарон сейчас, кстати, не переваривала. Варил так, знаете, немножко альденте. Вот и буквально вот сколько? 100 грамм. Нормальная порция. А у Вовки в два раза больше. Это же взвесил. Вкусно. Не, мне единка прям очень понравилась. Завтра, кстати, вкуснее получилось, чем курица. Согласен? И курица не такая. Индейка, она прям, знаете, прям по вкусу, вот как вот говядина, такое мясо такое. Даже не сказать, что это птичка. Ну так, кто подбирал-то? А это мы, по-моему, знаешь, что где ее брали? В ленте. Мы в ленте так брали. Сейчас машину заберем. А, здесь есть там тоже еще взять. Хороший магазин. Там разве была индейка? Да. Ну там все вставили, выбирали так. Купаться, что ли. В итоге мы еще взяли индейку бедром. То есть в паре редко бывает. Есть, но. Редко, да. Там или с костью, или без кости. То есть как попадешь. Ну сейчас индейка стоит вообще, кстати, как говядина.
500 с лишним рублей. 600 почти. Бедро, в частности. Крупный птиц. Да. Ну, кстати говоря, вообще индейка считается одним из самых классных блюд. Ну, это мясо. То есть она и не жирная, и очень такая, знаете, белковая. То есть вот если есть, то индейка отличный вариант. А страус какое мясо? Кстати, знаете, вот страусятину ни разу не пробовал. Хотя, может, и пробовали. Мы в Таиланде там много чего пробовали. Сейчас мы стояли, короче, вспоминали этих голубей, которые, помните, мы тогда ели там на рынке? На фестивале там. Угу. Музыки. Блин, так здорово, знаете, когда вот ты путешествуешь, всегда есть что вспомнить. То есть у тебя расширяется кругозор, тебе с тобой есть о чем поговорить. И даже вот, ну, как-то говорят, у вас только разговоры про еду, там, туда-сюда. Но даже вот про еду можно, знаете, интересно рассказывать. Вот. То, что путешествие, это вообще здорово. Нужно больше путешествовать, больше всего пробовать. Вот, а не сидеть на одном месте. Потому что, знаете, это прям классно. Особенно, если у тебя развит кругозор, да, именно еды. То есть ты уже представляешь то или иное блюдо, из чего делается. Mm-hmm. То есть какое там мясо, какой вкус и так далее, и так далее. У нас вот, например, даже сейчас уже больше... ничем не удивишь. Крокодилы пробовали. Больше рецептов змеи для пробовали. Самого себя. Yeah. То есть ты знаешь, то есть какой вкус. Ну мы, да, помнишь, смотрели на вот этих вот голубей. То ли это голуби, то ли перепелки, фиг поймешь. Думаю, что это такое? Боялись даже как-то их. Попробуем, ничего. Курица и курица. Да. Только меньше мяса. Ну да. Там, по сути, даже кости-то, помнишь, я прям стояла, прям грызла. Они потому что настолько зажаренные. Так что вот. Путешествие это здорово. А расширяет они кругозор. Ну это не те голуби, которые летают. Их специально убираешь. Ну, мне кажется, даже это не голуби. Мне кажется, это все-таки были перепела. Хотя фиг знает. Блин, дико обалденно. Такой маринад классно получился. Прям вот с хмели-сунелем, с уцхоло. Перец. Капелька масла. И паприка. Конечно, вчера было намного вкуснее, потому что была горячая, более такая мягкая, но вкусно. Сейчас немножко подсохло. Угу. Белок – это здорово. По сути, самый правильный ужин. Даже вот те же самые макароны – это полезные углеводы, в принципе. В том плане, что они долго, в принципе, будут усваиваться из твердых сортов. А 100 грамм ничего не будет. Супчик сварили, все есть. Хорошо. Не будешь доедать? Водичку. Доедай. Что надо? Угу. Все, вроде наелся. А ты что, прям, знаете, прям так хотел съесть вообще. Хотя вроде ели не так давно. 4 часа назад. Хотя нет, да, 4 часа. Причем, знаете, когда еще по холоду походил 2 часа, вот, как бы, ну, есть ощущение, что все-таки голода. Просто вот летом, например, даже 4-5 часов можешь вот не есть, и как бы ты себя нормально чувствуешь. То, что огонь почти ничего не тает. Угу. Он тратит меньше энергии на... Поддержание жизни. На поддержание обогрева, да, тела просто. Mm-hmm. Чтобы придерживать 36,6. И тут идешь так,
Ну, говорю, просто вот настроения нету даже походить никуда. Хотя у некоторых людей после каждого взрослого вируса такая приходка к врачу, например. Ну? Он им меряет температуру, у них показывает не 36,6, 36,2, 35,9. Вкусно. Я когда их ходил после коронавируса при клинику на осмотр, меня еще показывал 35,4. 35,4? Да. Ты остываешь? Нет, становлюсь хладнокровным. Вообще-то, кстати говоря, в прохладном помещении вообще, ну, когда чем ниже температура тела, тем медленнее человек стареет. То есть я уже замедлился это старение. Не знаю. Я так думаю. Надеюсь, температура у меня это меньше того. Реально. Ты мало, да, масла добавил? Да. Я просто смотрю, сок посмотрю. Это от твоего авокадо и от... Нет, здесь еще от салата. Я еще лимонный сок добавил немножко. Угу. Вот авокадо это заставляет меня съесть весь салат. И Вован не претендует. Сидит голодным взглядом на меня, смотрит каждый раз. А раньше, кстати, помню, мы делали салат один на двоих. И постоянно Лаван его ел. Больше меня. В разы. И ругались там туда-сюда. Ну, сейчас вот это. Приучились каждому по тарелочке. И удобно. Кушай. Фунчерку. Еще можно есть, нет? Нормально, кстати. Но ее нужно кушать в ближайшие дни. Ну как? Все давно? Куча зелени, лучка побольше. Помидорка, огурчик, ну все. Ты этот лучок тоже собирай, все. Опа. Это правильно говорит. Опа. Все. Я больше не хочу. Что, так накидался, и все. Больше не хочу. Червячка затравила. Ну, блин, я помню летом, что-то ты вот ешь, и, понимаете, вот ты вот ешь медленно, что-то вот, тебе не хочется ничего. Ты вроде ешь, потому что вот просто ешь. А сейчас ты ешь, ты прям как это, дыру какую-то заполняешь внутри тебя. Вот что. Кот ушел. Кот ушел. Демонстративно повернулся попой и ушел. Да, вышел, когда это заходил. Да. Демонстративно. Ладно. В общем, короче, мы будем тут это заканчивать. Не будем растягивать волну. В общем, больше путешествуйте по возможности, конечно, да? Вот, больше пробуйте. Даже вот каких-то явств интересных. Вот, больше смотрите разные всякие достопримечательности и получайте удовольствие от жизни, потому что жизнь у нас одна. Мы вас любим, целуем, всем хорошего настроения, не болейте, не скучайте, увидимся в следующий выпуск. Пока-пока.